Всем привет, друзья, с вами Абрамс, и сегодня мы поиграем в такую замечательную игрушку, как Prison Architect. Собственно, это версия 36 альфа, и уже 6 октября этого года, игрушка выходит полноценно в Стиме, то есть сейчас она в раннем доступе, она выйдет в Стиме, и мы все сможем в нее, собственно, играть. То есть мы и так как бы в нее можем играть и все такое, но да, в общем. В общем, я думаю, вы поняли, о чем я хочу вам поведать. И, собственно, да, сегодня мы будем играть в эту игру. Я ее купил давно и как бы немного о ней знаю. И даже не много, а много. Вот, умею играть и все такое. И подумал, блин, почему бы нет? Ведь скоро она выходит, можно и записать по ней какой-нибудь ролик. И так получилось, что я решил все-таки записать этот ролик, и в общем да. Ну что ж, давайте начнем. Собственно, первым делом нам дается 30 840 баксов в день прибыли и все такое. Нам нужно взять парочку грантов на базовую тюрьму и административный центр. Сейчас мы все это будем делать. Только сначала нужно немножечко, наверное, прошу прощения, немного болею в горле. В горле все такое, ну, в общем-то, меня понимаете. Так, это сюда. Это мы убираем. И вот так сойдет. И сейчас мы будем немножечко планировать. Я сейчас быстренько посмотрю, как оно зайдет. Так, чувствительность мышки, отлично. Посмотрим, как оно зайдет. Наверное, вот что-то вроде этого у нас будет. Ну, это вход, так сказать. Да, почему нет? Мне нравится. А если мне нравится, то все в порядке. Итак. Сейчас нам нужно построить заборчик. Так. И где-то вот. Так он у нас будет выглядеть. Даже, наверное, вот так. А я оставляю две клеточки вот здесь, потому что... Ну, потому что, собственно, так сложнее, что ли, будет сбежать заключенным. Да и, если что, мы их перехватим. Вот. С собачками и всем таким прочим. Так, верно же, да? Здесь сколько? 7 метров. Здесь сколько? Здесь 5 метров. То есть... Сойдет. Вот, здесь же мы поставим вот такие вот кирпичные. Нет, не кирпичные, ладно. Давайте все сделаем, собственно, из бетона. Бетонные вот такие вот стеночки тут будут. Тут, тут и вот тут. Все, поехали. Пусть наши работяги трудятся, строят. А мы пока что немножечко разметим границы будущей... будущего входа. Итак, у нас есть комнаты. Собственно, в эти комнаты, этими комнатами пользуются либо охранники, либо вот, то есть вот такие для зелененькие, это для сотрудников, да. А, ну, kitchen, конечно, кухня, ой, столовая, вот это вот столовая. Кантин. Она используется этими заключенными, но в качестве еды, и там, в общем, все туда ходят. Вот. А все, что оранжевенькое, это, короче, используют заключенные. Они здесь, например, вот здесь они прибывают сюда. Здесь это, господи, как она называется, карцер. Это общая комната, и это, как он называется-то, господи, клетка. Не клетка, камера, вот, камера. Ну, душевые и все такое. Собственно, по ходу игры мы все это разберем. Но сейчас нам нужно сделать приемную. Вот, нам нужно сделать приемную. И приемная у нас будет где-то здесь. Собственно, сколько у нас тут? 8. Сколько приемная должна у нас быть? Вот она. Тут не сказано. Ну, жена...
Хорошо. Много чего на самом деле нужно. Я не играю на русской версии игры, кстати говоря. Я думаю, вы уже это заметили, но... Ну да. А, потому что... Не играю, потому что... Так. Потому что. Она немного корявая, ее нужно найти нормальную. Это как-то мне что-то лень. Есть слегка. Вот, поэтому да. Так, здесь у нас будет... Это у нас вот этот сам... Как я его назвал-то, господи. Ресепшн. То есть место, куда прибывают наши заключенные первым же делом. Так, сойдет. Вот, а это у нас будут комнаты свиданий. Да, комнаты свиданий. Тут два стола. И тут два стола. Готово. Здесь что-то вроде вот этого. Так. И здесь у нас будет дворик. Здесь у нас с этой стороны будет супер строгий режим. С этой стороны средний режим. Да, ну дальше там как пойдет, собственно. Так, и что-то я замечаю, что игра, она как будто подлагивает, что ли. Но на самом деле я не понимаю, почему она подлагивает. Тут лагать-то нечему особо. Ну, то есть, как-то, ну, в общем, не очень хорошо она идет. Не знаю, возможно, из-за того, что я ее долго не запускал, и настройки позбивались, и все такое. Ну, хотя я говорю, там настраивать-то нечего, но она что-то вот лагает. Наверное, надо было бы перезапустить, но мне лень. Итак. Значит так, значит так, значит так. Здесь у нас будут заборчики. Вот такие заборчики. Заборчики. Здесь все будет бетонное. Вот так вот. Из бетона тут все будет. Так. Тут забыл. Вот так. Ну тут... Тут не надо. Тут не надо. Так, строите, строите, вы не прекращаете строить. Так, что у нас дальше? Здесь я уже разметил дворик такой. Где-то... Где-то тут будет что-то вроде еще одного ресепшена, но уже они как бы сюда поступают, и тут будут всякие общие камеры. Так. Так, да? Общие камеры здесь будут, все такое. Так. Сойдет, наверное, да? И, так. 6 на 6. Нет. Мало, мало места. Сейчас мы немножечко это место увеличим. Так, тут и здесь. Так, нужно сделать камеры, ну не камеры, а комнаты 7 на 7. Так, 7 на 7. Нет, подождите, а здесь как раз таки места, в принципе, хватало. О, знаете, как я сейчас сделаю? Я вот так сейчас сделаю, чтобы было покрасивше. Сюда. И здесь тоже что-то вроде этого сделаю. То есть тут будут охранники тусоваться, здесь будут все вот это вот дерьмо производиться. Ну, не производиться, в смысле. Охранники тусоваться, заключенные будут через именно здесь, в общем, проходить и все такое. Так, это я тоже заранее отмечу, чтобы там границы, так сказать, были. И готово. Сначала мы, естественно, будем делать тюрьму. Для среднего режима. Вот. Для среднего режима, поэтому... Поэтому... Ну, и эта, как бы, часть будет разделена. Ну, в общем, сейчас вы все увидите. Увидите весь мой грандиозный план. Сюда никто особо ходить, я так... Подозреваю, не будет. Просто чтобы было. Вот, здесь будет такой проходик. Даже не здесь. Сейчас мы посмотрим. Здесь будет кухонька у нас такая. Место у нас есть, в принципе.
Так, давайте пока вот это сделаем. Посмотрим, что у нас там для кухни нужно. Я уже не помню. Так. Так, все, хорошо. Нужна плита. Ну, собственно, плит у нас будет несколько в любом случае. Сколько тут? Так, вот так, значит, плиты. Тут. Здесь будут раковины и посередине холодильнички. Ну, что-то вроде вот этого. На первое время, я думаю, хватит нам. И здесь уже, собственно, непосредственно будет столовая. Вот, и вход будет в нее где-то вот здесь. Я хочу, чтобы было все приблизительно симметрично, но не всегда это получается, конечно. Прошу прощения. Да, я болею, поэтому даже гнусавить немножко могу, но да. Такова жизнь. Значит, столы для для еды здесь понадобятся нам. И здесь. Вы же знаете. Хотя ладно, сойдет так, но столы здесь будут стоять. Так, и здесь вот так. Далее нужны стулья, ну не стулья, а как они, лавки и столы. Так. 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 Хотя нет, знаете, не так. Сделаю вот как. То есть, раз стол стулья, два стол стулья, три стол стулья, четыре стол стулья. Ладно. Тогда с этой стороны стол стулья, стол стулья. Ну, что-то вроде вот этого. И с этой стороны тоже будет что-то вроде этого. Вот так. Стол, стулья. Ну так, хорошо. Стол, стулья. Да, я сейчас сижу, размышляю, как бы тут так сделать, чтобы покрасивше было. И в HP. Ладно. Как было принято в первый раз. Вот так пусть будет. Здесь у нас будут мусорки и все такое. Собственно, сойдет. Они достраивают, да? Так, хорошо. Хорошо. И вход у нас, получается, будет и здесь, да? То есть, чтобы они раз и пошли. Так, и здесь, наверное, будет такой вот проходик. Исключительно для персонала. Да, чтобы им было быстрее пройти, чтобы не тут они входили, а так раз-раз, и они уже здесь варят еду. Вот, поэтому пусть вот такой проходик будет. Так, хорошо. Теперь, что касательно самих помещений. Да, самих помещений. Кстати говоря, сколько тут? 5-5. Хорошо, все верно. Так, самих помещений, но и нужны нам офисы. Офисы нам нужны. Сделаю вот такую штуку. Здесь будут у нас офисы. Они, конечно, не должны быть такими большими, но почему бы и нет. Так. 6 на 6. Раз офис. Так, раз. Сейчас раз, два, три, четыре. Четыре? Разве? Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Да, пять офисов нам нужно. Посмотрим, вместятся они сюда или нет. Не должны, по идее, вместиться. Так, переборщил слегка. Три. Четыре. Пять. Ну, тут, конечно, даже переборчик небольшой, но особо не думаю, что это страшно. Да.
Ладно, пусть будет так. Здесь там какой-нибудь... Да, здесь, в принципе, ничего не будет другого. Так, вход будет у нас где-нибудь здесь. Тут. 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 И тут. Отлично. Так, что-то они очень долго работают. Наверное, надо им время ускорить. И заодно разметить, что вот тут у нас будут офисы. Вот это все. У нас офисы. Это все у нас. Заборчик. Тут тоже заборчик. Тут будет бетон тоже. Так, ладно, хорошо. Теперь нужно разметить, что нам еще нужно. Нам нужно комната персон... О, а сюда влезет? А, она здесь, в принципе. Так. Есть комната посещений. Есть, есть. Дворик. Ой, а знаете? Погодите. А может, стоит сделать кухоньку где-нибудь здесь, а здесь двор. Двор такой будет, чтоб, типа, новые заключенные идут, а эти такие: о, здорово, сейчас мы вас отхерачим. Ну, знаете, как это обычно в фильмах показывают. А, типа, все так хреновенько там. Хотя, я думаю, там все-таки все хреновенько. Так, подождите. Самое интересное, что я забыл, это... Джейлдоры, если по-русски... Ой, хер пойми, как это по-русски уже называется, я что-то подзабыл. Решетка, решетка, решетчатая дверь. Ну, короче, вы поняли. Так. Да, все, поехали, хорошо. И, ну ладно, оставим это здесь. Дворик у нас тут не очень много, по идее, заключенных должно быть, поэтому да. Дворик у нас будет что-то вроде вот такой. Вот такой. Вот такой. 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 Стоп. Так, тихо. Так, где-то тут вот это надо убрать. Поехали. Так, и вот это тоже надо все поубирать. А то они, собственно, не умеют ставить эти фонари. Они делают это очень неправильно, глупо и все такое. А я лучше поставлю поменьше и так, как мне нужно. Так, и забыл совсем, что нужно отключить приток заключенных на время постройки тюрьмы. Так, хорошо. Это мы все, значит, закрываем. Тут тоже будет закрыто. Даже не тут. Не тут, а вот тут. И вот тут. Отлично. Ну и вход будет где-нибудь здесь, наверное, да? Да, хорошо. Так, сами клетки. Сами клетки будут где-нибудь здесь. Так, вот это мы пока убираем. Посмотрим исключительно, как это у нас будет выглядеть, работать и... Ё-моё, я знаю, как я сделаю. Вот это убрать. Я, кажется, придумал идейку получше. Так, нам ничего не надо делать больше, да? Если ничего не надо, тогда сейчас вы займетесь вот чем. Стеночку сюда. Стеночку сюда. Стеночку сюда. И готово. Это будет наш первый офис. Вот он нашел. Офис. Раз. Готово. Так, сюда сразу поставьте мне... Так, стол, картотеку, стул. Это здесь у нас будет начальник тусоваться. Здоровско. Так, и... Да, сейчас сначала мы с клетками разберемся, а потом уже... потом уже... с двориком. Так, хорошо. Значит, мы сделаем два вида клеток. Почему я называю клетки? Камеры. Два вида камер. Один будет такой для говнюков таких прям, чтобы у них комфорта никакого не было, ни окон, ни... Нет, ладно, окна будут, но, в общем, комфорта не будет.
Так, раз, два, три, четыре, пять. Это лишнее, наверное, будет. Так, чтобы комфорта у них было просто по минимуму, чтобы не знали, зачем приехали сюда. То есть учиться на своих ошибках и расхлебывать то, что они натворили. Вот, а не шиковать. Так, это у нас будет душевая. Это сколько мы тратим? 21, с этой стороны 21. Так вот. А посерединке чё? Чё? Раз, два, три, пять, десять. В принципе, ладно. Давайте сделаем ещё. Ещё камер. Сюда одну. Ну, чтобы поровнее, знаете, было. Сюда одну. Потом... Потом всё. То есть раз. Ладно. А может и не стоит камеры делать, потому что места-то тут, ну, особо не остается. Я, конечно, сделаю вот такой проходик. Они закончили, надо пока что включиться. Так. Единственное, нужно нанять вот этого парня. И свет везде расставить. Сюда, сразу сюда, 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 потом сюда, 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 сюда. Да, что-то вроде этого. Поехали. Так, а мы тем временем продолжаем проектировать нашу тюряшку. Итак. Ну тут места, видите, не остается. И как-то не особо красиво получается. Поэтому все-таки эту часть я убираю. Я лучше сделаю сейчас кое-что другое. Раз, два, три. Ну вот где-то вот так. Потом с этой стороны мы тоже убираем. Раз, два, три. Вот так. Все, тут же ровненько. Три, тут три. Шикардосик. Вот тут будет по одной. И здесь у нас будет комнатка отдыха. Комнатка отдыха такая небольшая. Вот здесь вот раз, они заходят. Тут они могут... Нет. Не здесь. Закрыто, не закрыто. Так, раз, раз. И вот здесь. Вот здесь комнатка отдыха у них будет. То есть тут будут стулья. И там телевизора два штуки, бильярдный стол. Да, и вот как-то так. Дальше вот такая штука, не совсем. Вот такая, и это, собственно, выход. Так, еще я кое-что забыл. Это кое-что, это кое-что, кое-что. Это... Power Station эти. Ну, то есть, генераторы. Так, один будет генератор здесь. И к нему еще нужна вот такая штучка. Ну, это водоснабжение, короче. И сюда еще вот так вот три штучки. Бам-бам-бам. Конденсаторы, да, они называются? Капаситоры. Так, ну и там оградить мы это уже сделаем чуть-чуть попозже. Так, запускаем время и смотрим, значит. С этой стороны. С этой стороны. С этой стороны. Вот так. С этой стороны. Вот так. И поехали. Размечать дальше, значит, наши камеры. Что-то я не понял. Сколько один такой блок? 16. А тут у нас... Окей. А как так вышло? Эм...
Окей. Что-то я немного просчитался. Так, ладно, не время для паники. Сейчас мы быстренько все исправим. Здесь у нас троечка. Так, готово, готово. Ну, значит, у них просто будет большая комнатка для отдыха. По большому счету ничего не меняется. Тут такой вот выход. Вот такой вот выход, красивенький. И, собственно, да, вот такая у нас будет первая... Ну, ничего, уже построил? Нет. Такая будет у нас первая... Первый вариант камер. Вот, первый вариант камер. С этой стороны будут другие камеры. Другие... Ну, они будут более такие... Более для... привилегированных... Господи... заключенных, что ли. Блин, единственное, что они могут бежать вот через вот эту... А, ну, в принципе, они не сбегут никуда, я надеюсь. Да, они не должны никуда сбежать. Ну, если что, перестроим. А, так, погодите-ка, сейчас я быстренько ЖКХ настрою. Все это сюда. Это демонтаж. Это... Это... Так. Это... Так. 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 Остальное мы попозже еще сделаем. Водичку мы тоже чуть-чуть позже проведем. Я даже думаю, наверное, это сделаю за кадром. Потому что это на самом деле не самая веселая часть игры и все такое. Вот, поэтому да. Здесь у нас будет что-то типа вот так вот. Вот так вот. Да. И, собственно, тут у нас уже будут камеры для привилегированных заключенных. Итак, как эти камеры будут выглядеть? Вот так. То есть 3 на 3. 3 на 3. 3 на 3. Затем. Нет, вот так. Нет, вот даже так. 3 на 3. 3 на 3. И 3 на 3. Нет, совсем. Так же, да? Да, если что, не обращайте внимания на то, что я молчу, потому что я тут пытаюсь подумать, как все это сделать пограмотнее, покрасивее, и чтобы в итоге было действительно не стыдно за свое творение, хотя, собственно, это игра, но тем не менее. Так, я не думаю, что в среднем классе заключенных у нас будет большое количество действительно нормальных заключенных, то есть которые не будут буянить и все такое, поэтому я сделал... не так много этих клеточек, господи, камер. Вот, но если что, у нас здесь еще есть место для этой штуки. Так, затем. Тут у нас закрыто, тут у нас закрыто. Тут у нас тоже будет закрыто. И здесь у нас будут... Ох ты ж. Здесь у нас будут карцеры. Да. Отлично. Здесь у нас будут карцеры. Здесь у нас будет... Да здесь ничего не вместе. Здесь будет просто такой вход в карцеры. Даже... Что делать? Вот. Даже здесь можно будет кого-нибудь пристроить. Смотрите-ка, неплохо. А комнатку отдыха мы сделаем в другом месте. Да. И все-таки... куда бы пристроить...
Куда бы пристроить прогулочную, ну, дворик, то есть. Сюда, может, все-таки. Как вам? Как вам? Нравится? Хотели бы вы оказаться в такой тюрьме? Ну, я надеюсь, что не особо, потому что в тюрьме оказывается вообще не очень хорошо, и даже если вы по собственному желанию туда лезете. Итак. Ну, в принципе, блок, можно сказать, отстроен, но нужно еще много чего учесть и все такое. Я думаю, тюрьму всю распланирую я за кадром, но потом вам все преподробнейше объясню. То есть, почему так и все такое. А, ну, собственно, на этом все. С вами был Абрамс. Если вам понравился Prison Architect и вы хотели бы видеть больше роликов, то... да, то оставляйте свои комментарии, потом ставьте лайки и, собственно... Зовите друзей, это очень сильно поможет каналу, ну а также будет приятно лично мне. На этом все. А с вами был Абрамс, удачи и пока-пока.